Ну а пока школьники помладше отдыхают, для них уже закупают учебники. Златоуст потратил 4,5 миллиона рублей. И вот в город привезли первую партию – 6 тысяч книг. Это учебники по физике, биологии и химии. Большая часть для учащихся 7 классов. С этого года они будут грызть гранит науки по новым федеральным стандартам. Сейчас книги выгружают в управлении образования уже, а потом будут распределять по городским школам. Еще около 7 тысяч пособий по литературе, русскому языку, математике и другим предметам придут в Златоуст через несколько месяцев. Добавлю, что школы заказывали учебники и сами на собственные средства. В этом году министерством и издательствами школам предоставлена возможность напрямую заказать учебники и на средства школы, и на внебюджетные средства. Этот заказ тоже будет нам доставлен сюда в город, но несколько позднее. Эти книги привезут в город к сентябрю. Всего к новому учебному году школьники получат 14 тысяч новых учебников.